конце 80-х годов я приехал в Баку, где разворачивались события, совершенно не имеющие никакого отношения ни к официозу, ни к тому, что пропагандировала, так сказать, наша демократическая оппозиция. Что именно сотворялось? Ну, к примеру, могу вам со всей ответственностью сказать, что когда там зверски убивали, так сказать, предположим, армян вначале в Сумгаите и, так сказать, издеваясь над ними, осуществляли некие ритуальные действия, то делали это не азербайджанцы, а делали это вообще люди со стороны, такие нанятые представители международных структур, частных. Мы этих представителей просто знаем по именам. Мы знаем, каким структурам они принадлежали тогда и каким структурам они принадлежат теперь. Эти люди, так сказать, убивали армян, подключали к этому делу азербайджанцев, потом, так сказать, убивали азербайджанцев, так сказать, подключали, так сказать, к этому делу армян, потом сталкивали азербайджанцев и армян, и начиналась вот эта управляемая напряженность. Мы это все увидели сходу, увидели все, что за этим стоит. Картина была ужасающая, но самое ужасающее было другое. То, что не имеющие к этому всему никакого отношения демократоидные или бероидные мифы уже, ну, воспринимались как истина в последней инстанции, как нечто самоочевидное, как нечто абсолютно правильное. Они уже управляли сознанием. Все эти вирусы уже вгрызлись в сознание и побежали в нужном направлении, к собственному, так сказать, концу, собственному, как бы, собственной беде, к собственному предельному неблагополучию, в котором они оказались, так сказать, впоследствии.